Во время режима самоизоляции открытыми остались только магазины с товарами первой необходимости. В продовольственных супермаркетах и аптеках для профилактики борьбы с коронавирусной инфекцией ввели специальные меры. Проводим дезинфекцию. В 14:00 закрывается магазин на полчаса. Протираем также ручки, кассы, двери. Ну, всю поверхность магазина. В некоторых магазинах между кассиром, продавцом и покупателями установили пластиковые экраны, чтобы сократить вероятность передачи инфекции воздушно-капельным путем. Также работников всех магазинов обязали нанести напольную разметку для соблюдения социальной дистанции в 1.5 метра. Покупателей не так много. Ощущается то, что у нас покупатели сейчас находятся на карантине. Покупатель не может сидеть дома без продуктов. Естественно, он пришел в магазин, купил необходимое количество продуктов. Кассиры работают в масках, очках и латексных перчатках. Все работники зала, кроме ношения средств индивидуальной защиты, обрабатывают руки антисептическим составом. В зоне готовой продукции все товары уже фасованы. О мерах предосторожности покупателям напоминают по громкой связи. Меры, которые приняты в магазине, они очень важны в наше время в такое нелегкое. Разметка есть. Я также подошла в аптеку. Разметка есть. И в магазине есть. И для дезинфекции рук тоже есть. Так что огромное спасибо магазину. Девушки давно постоянно в перчатках. Все в перчатках, все в масках. Но это было даже до карантина, тут все всегда соблюдалось. Поэтому я сюда постоянно хожу, постоянный клиент. Напоминаем, что согласно рекомендациям, магазины нежелательно посещать в часы пик и без крайней необходимости. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.